А, я выключил. Короче, я смотрел, там они, по идее, практически ни хера и не добавили. Они просто объединились, точнее, начали производить обмен с Star Wars Galaxy at War. Это другой мод. Сейчас я его и включу, посмотрю, что у них. Потому что последний раз я его видел что-то около года назад. Он, по идее, разросся за это время. Так. Совместка. Тут миссии появились. Ну чё, пройдем миссии? Кстати, тиховато, наверное, нужно погромче сделать. Так, тут есть 4 миссии. Ну что, пацаны, погнали нахер. Кстати, раньше были другие миссии, я помню, другие. Захват территории. А есть линия фронта? Да. Вуд Ассаут. Прикольно. Это, кстати, из этого. О, давай Хангар. Выглядит странно, но мне нравится. Так, игроки. А где? Вообще, как мне... А как мне поставить-то? Прости, а тут только ванильные, как бы. Это как? Свободная игра, что за свободная... А. Команды. Ветераны Восточного фронта. Чё, блять? Союза. Блин, ты чё, недоступен для мультиплеера, что ли? Не, ну, главное, блин, карты есть, а... Не, ну, может, если я за Германов пойду, то там будут и эти какие-нибудь дроиды. Давай попробуем бой. Давай цех. Странные оси, союзники, стороны. Игроки, давай игроки поставим. Но тут нету. Там нихуя. Интересно. Ладно, совместку пойдем. Очень, блядь, здорово. В чем прикол? Так, выбор миссии. Блин, мне эти звуки все напоминают Star Wars Battlefront старый. Бля, аж захотелось покатать. Правда, сейчас он будет выглядеть дрочно, но все же. Ну, давай. Ну так как раз из него я знаю, блин. О, эти божественные мешки с песком. Я прям помню, мне лет так, этак 8, может. Я у друга увидел этот Star Wars Battlefront. Первый. Там же есть еще второй, в котором героев добавили. А в первом их не было. Но мне первый больше нравится. Он такой более комплексный. А второй больше уже какой-то... Ну, не то, что на Гаррис Мод похож, но он какой-то стал... Чуть-чуть странный. Чуть-чуть. Да уж. Турболазер на шагоходах. Я не помню. Классный, в общем. А, хотя, кстати, вот там, я помню, было сражение за ход классное. Во втором Battlefront старом. Или то были... Там вроде были какие-то миссии еще. А, это вроде бы глобальная кампания была, ну вот это завоевание галактики, и там сражение на Хоте было такое хардовое.
Я помню, там глобальное, ну, без завоевания галактики что-то странное было. Какие-то очень странные миссии, там вроде бы... Там то ли нужно было перебить все резервы, то есть там типа 150 возрождений. Не, ну это же классический с захватом. То ли еще что-то, ну я помню, там какая-то дурня была. То, что я помню, у меня была плохая ситуация, и я просто бегал по карте, прячась. Окей. Ага. Божественные текстуры. Ставлю сотку. Тут ни хера не... Тут все неразрушимое. Посмотрите на эти текстуры. Эти охуенные текстуры. Да хорош мне головой мотать. Так. Что? Что это за хуйня? Когда у тебя меньше 16 сантиметров. Так. Двигай, в общем. Короче, пиздуйте вперед. Все, что я могу сказать. Тоже прихуел, когда увидел это дерево. Ведро. Что? Блин, а камеру поднять повыше не дано? Естественно. Нахер надо, как говорится. Вперед! Интересно, как у них с антитехом? Потому что в этом самом ВСВ Star Wars там вообще антитех лютая срань. Ну, давай, разведчики. Как их десантировали на планету только. Ух ты, а этой штуки я не видел раньше. Ясненько. А, этот тоже помер. Слушай, такой фигни я раньше не видел. О, привет! А вы кто такие? Fuck him! Турболазер, который... Или что? Это я от вас набрался уже, турболазер. Хер знает, что это. Ты даун, что ли? Ну, стреляешь хоть куда-нибудь. Нормальная скорострелка. Так в смысле, это и есть Galaxy Отвар, алё. Я имею в виду про ту, которую УМВшники создали. Мяу. Мяу. Enemy detected. Мяу. Мяу. Еби их. Интересно, нахер им шагатели? Стоп, эта фигня все еще жива? О, нормально. У тебя есть и ракета какая-то. Ты чё смотришь? Ага. О-о-о-о! Найс! На выход, парни! А, Star Wars Galaxy of War, я такой не знаю. Просто только почему Набу штурмуют как бы не дроиды, а вот это вот. Так, а что это за механики? Чё? Нахер ты, блядь, открываешь этот лючок? Там отдельные две кнопки на открыть и закрыть люк. Охуенно, братан.
Бля, никто не хочет его убить. Взял, промахнулся. Что здесь, блядь, происходит? О, нифига себе. Here's kid be right run, baby, right run. И я не помню, как там дальше правильно говорить. Перии повстанцы, а пес его знает. Я не шарю за такие глубинные истории этого говномира. Блин, вот как вообще может нравиться вот это охуительное пью-пью-пью, когда у тебя кроме разного калибра бластеров ничего нет? Это ж уныло, блин. Но тут, кстати, оно еще хоть как-то весело выглядит. Оно хотя бы взрывается. Ну или оно какой-то хотя бы прикольный эффект дает. Поиграть в мультиплеер этого самого? Как его? Мультиплеер Star Wars от УМВшников. Ну там вообще такая унылость. Ну они просто пил-пил-пил-пил-пил-пил. Ну камон, после этого так хочется за гвардию поиграть. О, hello there. Культовая вселенная с хорошей проработкой. Скажи это проработки Вахи. И своей 0.3 звезде смерти, планете смерти. Блин, тут, короче, центровка идет, нужно как-то бортом стрелять. Что зависло? Что зависло? Их всего было две, ну да. А планета смерти. Планета, блядь, смерти, которую обстроили вокруг звезды. Звезды, блядь. Я не говорю об этой. Да, уровень проработки у ЗВ и Вахи одинаковый. Класс. Блядь, скажи это планете смерти, которая обстроена вокруг звезды, блядь. А точнее, массе. Скажи это. Ты вообще... понял. Диснеевское говно. Ну понятно, Старкиллер, блядь. Вообще любая материя имеет свою массу. Ну это логично, блядь. И любая масса имеет как бы силу притяжения. Чем больше масса, тем больше притяжения. А как известно, блядь, даже самая маленькая звезда, чтобы она, ну именно, запустилась и начала термоядерный синтез, то есть чтобы она работала как звезда, ей нужно быть, я не помню, сколько раз тяжелее Земли, но в достаточно. В достаточный раз, чтобы эта херня поломала, блядь, все кости любому, кто захочет на ней высадиться. И они такие, а, ебать, мы на звезде обстроились. Как, блядь, гравитас вы преодолели? А, блядь, отрицательные эти самые... гравитоны, ну, короче, гравитоны с кораблей притащили, искусственная гравитация, да, знаете, ага, и поставили, типа, в отрицалку, вот флажочек, типа, в кыл, и рядом крутилка, уровень гравитации, норма земная, отрицалка, минус 3, и все. Вот оно вот такое вот. Как мы, блядь, одновременно и энергию берем с звезды от ее синтеза, и при этом не сгораем, ну, в общем, иди нахуй, мы Дисней. Нам можно? Класс. Что с разбросом? В чем суть, блядь, этой миссии? Чё я делаю? У вас вообще есть хоть одно оружие, которым вы теоретически можете сломать мой шагоход? Или он только упасть может? А, я понял, в чем прикол. Он через эту арку не пройдет. Может, сюда и попробуйте его пустить. Чё встал? Я понял. Я понял, чё, они встали? Твою мать!
Это неразрушимые заборы. О, теперь я знаю, как перелезть. Сейчас его внутрь засуну. Давай, ползи, ползи, ползи. Это планета? Нет, это звезда. Не вокруг звезды эту хуйню обстроили. Че это такое? О, прикольно. Буханки подъехали. Ты сюда протиснешься? Так, а где мои шоу-ходики? Блядь, чё ты вылез? Ты прям безбашенный тип, я смотрю. Можешь ехать, блядь? Не может, я понял. Охуенно. А, все, поехали. Там проход есть? А, вороночка. Ой. Какая божественная хрень. Не, ну, я не знаю как, но в вот этом Galaxy твари даже как-то больше веселья. Хотя он говняней проработан, но в нем больше веселья. Я не знаю, как это работает. У тебя еще такая-то пушка. Классно. В общем, я поехал. Да я. Что тебе нужно? Да ё-моё, обожаю неразрушимые штуки. Я поехал. Нахуй иди. На! Ем! Бля, меня задолбала эта миссия, она убер унылая. Давай другую.